Приближается крайний срок 1 октября, когда федеральные льготники могут окончательно решить, будут ли они в следующем году получать пакет социальных услуг и в каком наборе. Как показывает практика, социальные услуги не пользуются у льготников популярностью. Все большее число тех, кто имеет право выбирать между соцпакетом и звонкой монетой, выбирают деньги. Напомним, соцпакет включает в себя следующие привилегии: обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Также соцпакет дает возможность в целях профилактики основных заболеваний пройти санаторно-курортное лечение. Плюс ко всему дается возможность бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте. 68 федеральных льготников в Бавлинском районе отказываются от пакета соцуслуг, мотивируя это тем, что необходимых лекарств в аптеке чаще всего не оказывается, и лучше иметь синицу в руке, чем вовсе остаться без какой-либо помощи от государства. Если же вы поменяли свое решение и хотите до следующего года опять воспользоваться набором социальных услуг, то до 1 октября нужно подать заявление в территориальное управление Пенсионного фонда России по месту своего жительства.